Поглубление у профессию с головой. Андрей Процук, наместник начальника заставы Брест, показывает и рассказывает детям, как проходит служба на заставе Кижеватова. Попало в такое подразделение, сложное само по себе, потому что оно является одной из сложнейших подразделений Брестской группы. В мои обязанности входит это подготовка личного состава для защиты государственной границы и для несения службы. То есть я должен составить на неделю расписание занятий. Также я должен составить план конспекта по этим занятиям и также проводить занятия с личным составом. Постоянно готовить их к выполнению задач по охране государственной границы Республики Беларусь. Шматгадзінныя трэніроўкі, строгі рэжым. І, вядома, нікуды без вернага чацверанога таварыша. Гэтыя сабакі – сапраўдныя пагранічнікі. Лавіць злачынцаў на мяжы. Паказальнае выступленне хлопцы ў дзяўчат асабліва ўразіла. Стой, паранічны ряд, пускай сабак! Спортивные пляцовки, вышка, место тренировок, экипировка, экскурсия – наглядная. Организаторы социально-патриотичной акции упэўнены. После такого деталевого знакомства с профессией, жадающих поступать в военное училище станет больше. У нас сложились с органами пограничной службы очень добрые, хорошие отношения. Была сделана очень большая проделанная работа. Огромное спасибо командованию воинской части за проделанную работу, за содействие, за помощь в организации всех этих мероприятий. Я думаю, все в восторге, мы это видим. Я думаю, что получится с них будущие командиры органов пограничной службы. Молодь спешается поделиться эмоциями. Кажуть, усе сподобалося. Дрессированная собака-помежник особливо. Больше всего мне понравилось, как собака задерживала заключенного. Мне больше всего понравилось оружие и экипировка. Я хочу поступать в училище ВДВ. Я тут первый раз, и мне очень понравились собака, когда она бежала за нарушителем. Это очень захватывающе. Далее забавляльная частка – наведывание циркового представления. Проведение такого рода мероприятия – это часть миссии нашей организации «Русь молодая». Именно этим деткам сегодня надо развиваться, расти. Мы становимся именно той базой, которая поможет нашим детям из детских домов, собственно говоря, стать определенным роде специалистами в каких-то направлениях, профессионалами. Это настолько приятно, когда человек улыбается, когда он от души забывает, что у него что-то болит, что у него есть какие-то физические, скажем, расстройства. Он там полностью окунается в мир этой сказки, в мир цирка. Подарить детям добрый настрой и максима долучить до будущей профессии. Вось головные меты этой акции. Дарья Артухевич, Юрий Плинта, телерадиокомпания Брест.